из этих вот кусков чугуна решил сделать державки для бормашинок, для дремелей, чтобы можно было их устанавливать на токарный станок, в рессодержатель токарного станка. Идет вот предварительная обработка на фрезерном станке GMD-1 для придания формы. Кусок был корявый, чугуна. Вот сейчас вот идет предварительная обработка, придать немножко ему форму, этому куску. Ну, пока вот получилось вот так вот. Идет вот обдирка, обработка предварительная, форма образования. Продолжается фрезеровка оправки, предварительная черновая обработка. Ну вот, нарезал резьбу М18, шаг полтора. Это вот такой вот бор машинки. Как раз вот получается, можно накручивать. Вот так вот будет. Это вот оправка в рессодержатель и бормашинка будет держаться в рессодержателе. Ну и вот сфрезеровал основание, подогнал, чтобы центр бормашинки совпадал с центром станка. То есть по оси, чтобы он стоял по оси шпинделя. Вот этот центр бормашинки совпадал с центром шпинделя, сфрезеровал. Ну и теперь надо вот здесь еще убрать мясо, чтобы он мог встать в рессодержатель. Вот этот вот, это вот приспособа могла встать в рессодержатель. Надо еще утонить, сфрезеровать вот эту часть. Сейчас буду делать разрез оправки дисковой фрезой. И потом стяжной болтик поставлю, ну, чтобы можно было после установки бормашинки ее стянуть, резьбу, чтобы не болталась. Немножко не хватило, уперлась в цангу, надо переставить немножко, вылет больше сделать. Сделал вот такую вот оправку для крепления бормашинки в рессодержателе токарного станка. Здесь, значит, резьба 18,
с шагом полтора. Вот эта вот оправка накручивается. Ну и потом можно винтиком поджать. И это устанавливается в рез-содержатель станка. Но осталось опробовать, как это все будет. А вот для такой машинки Dremel 3000 тут получается сложнее. У него оказалась резьба, наружный диаметр 19, шаг 2. Сперва думал вот из такого сделать, из чугунины, так же вот, но уж больно много придется сфрезеровывать, толщина большая, здесь резьба очень короткая. Вот вырезал такую вот пластину, вот она как раз будет вот, ну здесь придется резать резьбу уже на станке, потому что таких мечиков нет, чтобы М19 шаг 2, придется вот резать резцом. Ну вот пластину на фрезерном станке обработал со всех сторон, как чисто. Теперь вот надо нарезать резьбу 19 шаг 2. Но пришлось вот так вот ставить по-хитрому в четырехкулачковый патрон, потому что соотношение плеч большие, и пластина в четырехкулачковый патрон не встает. Мал диаметр. То есть если я ее упру в кулачок по закону, как положено, то у меня получается отверстие близко к центру. То есть соотношение вот этого плеча будет, плечо будет маленькое. Поэтому я вот так вот его зажал четырьмя кулачками. Я думаю, будет все нормально. Теперь надо сделать отверстие и нарезать резьбу 19 шаг 2. Ну вот отверстие под резьбу сделал. Вот сейчас буду нарезать резьбу М19 шаг 2. Ну вот, резьба нарезана. Проверяю.
все встало. Можно снимать. Вот получилась такая вот штука с резьбой. Вот. Нарезал вот М19 шаг 2. Теперь надо подогнать под резсодержатель высоту центров, сфрезеровать под резсодержатель, паз сделать. И, видимо, надо укоротить, лишнего получилось длина, и также нарезать под резьбу, чтобы потом можно было обжимать. На станке фрезерном GMD1 вот сейчас буду продолжать обдирать вот эту вот оправку, ширину ее, или вернее высоту изменять, уменьшать. Ну вот, уменьшил высоту, чтобы лезло в резсодержатель. И укоротил вот это вот место. А то она слишком длинная была. Продолжаю делать разрез у этой вот оправочки. Отрезной фрезочкой. Разрез сделан. Вот, разрезал вдоль, разрезал. Теперь здесь надо отверстие с резьбовым гнездом, чтобы можно было затягивать, когда встанет бормашинка, чтобы не болталось. Ну, после вот нарезания резьбы вот под этот болтик и зачистки получилась такая вот оправка для дремеля 3000, державка с резьбой М19 шаг 2. Вот ее можно накручивать, затянуть и ставить в резсодержатель станка. Вот. Ну, получилось у меня вот две оправки по две шлифмашинки, бормашинки. Вот разные, ну, разные резьбы оказались. 18 на полтора и 19 шаг 2. Ну вот теперь осталось опробовать их в работе. Ну вот решил испробовать оправку для крепления бормашинки в резьсодержателе токарного станка. Для этого вот взял такой кусочек трубы, расточил снаружи, изнутри. И сейчас вот попробую расшлифовать снаружи и внутри.
Значит, и замерил наружный диаметр и посмотрю, насколько изменится наружный диаметр после шлифовки. Ну, буду убирать шероховатость, как бы улучшать шероховатость поверхности. Но прежде чем начать работать, я хочу выровнять круг алмазным карандашом. Ну вот, прошел. И вот теперь изнутри и снаружи поработаем бормашинкой. Вот сейчас разверну немножко и попробую пройти и торец детальки. Посмотрим, что получилось. Был размер 25,83. Значит, ну вот стал 25,31. То есть соштифовал я. В 7 соток. Это вот сбил шероховатость. Вот теперь вот здесь видно шлифованная поверхность, внутри видно шлифованная поверхность, торец шлифованный, вот, и шероховатость улучшилась. Вот так вот. Ну, круг неизвестный, брал на барахолке, рассыпухой лежали какие-то, ну, так чувствуется, круг, зерно, круг, крупное зерно, ну, круга, а какая марка, связка, ничего не могу сказать. Брал на птичьем рынке, на барахолке. Ну вот после такой работы станок, конечно, надо убрать, предохранять, попылесосить, там влажную тряпку, протереть. Вот, ну я еще раз хочу напомнить, что несколько станков часовых наших, С1, С95, Т28, Т65 и Шаублины 65-й, 70-й имели в своей комплектации
штатные шлифовальные приспособления для внутренней и наружной обработки деталей. Вот, то есть это были не случайные работы, а серийные, предусмотренные заводом-изготовителем этих станков работы по шлифовке. Вот, ничего страшного в этом нет. Станки очень много работали, мы их потом покупаем, пользуемся и не знаем, что на них, возможно, и производились серийно шлифовальные работы, наружные или там внутренние, абразивными кругами. Эти вот приспособления для шлифовки сейчас встречаются в продаже с приводом от основного мотора через пасеки для внутреннего и наружного шлифования.